способ прививки на дикую яблоню. Вот. Значит, сейчас будем прививать сорт медуница. Очень вкусный, сладкий, замечательный. Мне нравится этот сорт. Вот красивый. Вот еще один из способов прививки. Берем. Вот так вот. Подрезаем. Так, вот мы подрезали. Теперь что нам надо сделать? Нам надо сделать вот такие вот зарезы, чтобы можно было потом спокойно воткнуть тоже два череночка. Вот делаем так вот, вот таким образом. Срезаем. Вот подрезаем и вставляем. Вот так. Вот так не вошел. Если не получается, то можно еще чуть-чуть подрезать, чтобы надо, чтобы вошел хорошо. Побольше сделать. Вот и входит, вот вошло хорошо, один череночек вошел. И вот делаем так, если вот хорошо. Вставляем вот с другой стороны. Вот у нас получились вот такие вот зарезики. Дальше мы опять делаем изолентой, закрепляем. И точно так же обмазать садовым варом, чтобы не попала никакая зараза. Черночки так. Ничего не засохло. Вот. И здесь замажем, чтобы тоже не болело. Вот. И поверху изоленты. Ну а на следующий год они вот что примется из этих череночков, тогда уже можно будет. Так, вот. Все, готово.